Buyurun ikinci yaprağımız 63 salmakları. Kalbayev Muhammed RSK Cana karşılaşı Vakıtbek oğlu Beknazar RS. Дайындалсын 97 салмақтағы Ким Артур Карабалта қаршылашы Жумамеков Бенчан РСК Актер. Один мяч поставил. Может даже в комплексе есть такой телевизор. Один раз что-то заходил, то чуть аппарат, и у него микрофон, там тот телевизор один стоит, мы его сейчас вечером. Все будет. Алмах, вечером мы как-то телевизор. Телевизор можно? Потому что там у меня на большой экран телевизор не может? У него один метр. А в прошлом году же мы делали. Там втройне ничего не застали. Нет. Один туда, там один сюда. А то каждый раз туда же не пойдешь. Там все атакуют. Я поеду, я предлагаю вот так поеду. Они же электроспорт экран. Она как на минимальный канат экран вот сюда ставит. Или один экран вот сюда повесит. Не перевесит. Нет, уже не перевесит. Просто два телевизора надо бы. Специалистами поговорим, мы же научимся. А то спорные моменты тяжелые. На этом как он? Я вижу, что он телевизор там есть, но он не подключает. Я сейчас пошел смотреть, да, я знаю. Там совсем другой. А здесь он ничего не увидит. Здесь как будто идет. Ну там более. Кайталаймыз, дайындал тұрсын 97 салмақтағы Ким Артур Карабалта, қаршылашы Жумабеков Бекжан РСК Актер. Жена дайындал тұрсын 97 салмақта Имам Бердиев Дастан РС, қаршылашы Бейшеналы Оулы Дастан СШЛ.
63 салмақты бесінші орынды иесі Бақытбек Оулы Бекназар РС. Бірлемге шақырамыз. Ким Артур Қарабалта, қарсыласы Жұмабеков Бекжан РСК Актер. 97 салмақты. Дайындалсын 97 салмақта Иман Мертиев Дастан РС. Қаршылашы Бейшеналы Оуыр Дастан. Қайталайыз. 97 салмақта 3-ші орынға ат салышмақшы В білемене Ким Артур Қарабалды жаңа қаршылашы Жұмабеков Бекжан РСК Октябрь. Салмақта жеңіске не Каримов Баяман.